Ребята, всем привет! Сегодня будет очень важное видео. Прям этим видео я подытожу все видео на своем канале. Я не знаю, почему я не снял этого видео раньше. Я отвечу на самый распространенный вопрос. Вот эти вопросы накапливаются, накапливаются, и я не понимал, почему люди не понимают. Не понимают простой истины. Итак, многие люди мне постоянно говорят: ты уже достал со своей мотивацией, расскажи, как конкретно взять и заработать деньги. Ты говоришь об общих принципах. Ребята, почему я говорю об общих принципах? Потому что именно эти принципы привели меня к успеху. Если бы не эти принципы, я не был бы успешным, я не был бы миллионером. Почему я не рассказываю о узких нишах, да? Почему я не рассказываю, как заработать на Ютубе, как заработать на партнерке с Олимпа? Да потому что это не всем подходит, вы понимаете? Людей же много, да? Кто-то там любит кулинарию, кто-то фотограф, кто-то еще что-то любит. И не всем подойдет YouTube, не всем подойдет реферальная программа, понимаете? Вот почему я рассказываю о базовых принципах. Именно эти принципы привели меня к успеху. И если вы не будете следовать этим базовым принципам, вы не добьетесь успеха ни в одной сфере, ни в одной сфере. Поэтому я это осознал и переключился на мотивацию. Раньше думал, что в трейдинге могут зарабатывать все. Это же так просто. Следуй определенным правилам и зарабатывай. Я думал, что все люди так смогут. Но нет. Многие теряют деньги. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что нету стратегии? Нет. Потому что нет инструкции? Нет, она есть. Есть грааль, по которому берешь, следуешь и зарабатываешь деньги. Но люди не следуют обычным базовым принципам и поэтому теряют деньги. Только поэтому, потому что у них нет дисциплины. Все, потеряли деньги. Они не берут на себя ответственность. Все, потеряли деньги. Без этого никак вы не заработаете. Если вы не берете на себя ответственность, если вы будете всех винить в своих проблемах, вы никогда не будете зарабатывать огромные деньги. Полная ответственность, дисциплина, постоянство. Все. Вот как зарабатываются деньги. Но этому никто не следует. Смотрите. Например, есть кнопка бабло, вот представьте, есть кнопка бабло, и я вам даю инструкцию, я говорю, вот кнопка, нажимаешь на кнопку один раз в день, слушайте меня сейчас внимательно, вот кнопка бабло, нажимаешь на эту кнопку один раз в день, под кнопкой строчка, вставляешь в эту строку свою банковскую карту и нажимаешь ОК, три действия вам нужно сделать, проделать эту операцию раз в день, и ты каждый день будешь получать по $100, вот. Такое существует, реально, такое существует. Это просто метафора. И как вы думаете, если я дам людям инструкцию, они будут зарабатывать? Нет. Не будут, ребята, не будут. Почему? Дал я человеку инструкцию. Он нажал на кнопку бабло, высветилось поле, вставил карту, нажимает ОК. Отлично, есть деньги, заработал. Второй день, заработал деньги. Но потом ему становится мало, и он говорит: почему я проделываю эту операцию один раз? Давай-ка я проделаю эту операцию два раза в день или три раза в день. А так не работает. Проделал он три раза в день, нарушил дисциплину и потерял все деньги. Потому что в инструкции было четко сказано, что это нужно делать один раз в день. И люди вот из-за жадности теряют деньги. Вот он не следовал базовым принципам. И вот он потерял деньги, не взял на себя ответственность и говорит: это все лохотрон, здесь нельзя заработать. Почему нельзя заработать? Потому что ты два раза в день это сделал, а я сказал один раз в день это делать. Понимаете, в чем прикол? Человек не взял ответственность и начинает всех винить. Вот в чем ключ. Почему я учу только базовым принципам? Базовые, мать его, принципы привели меня к успеху. Мне не повезло. Тебе повезло, ты заработал на партнерке. Мне не повезло. Я много для этого трудился, чтобы зарабатывать на партнерке большие деньги. Я много трудился, чтобы зарабатывать на трейдинге. Я 2 года не зарабатывал, блин, на трейдинге. Только благодаря постоянству я много заработал с Ютуба. Именно с Ютуба. Почему? Да потому что я много уже на Ютубе. Я 8 лет, блин, на Ютубе. Вот почему я заработал. Почему? Потому что я следовал, опять же, базовым принципам. Ребята, базовым принципам. Как вы думаете, заработал бы я с трейдинга, заработал бы я на крипте, заработал бы я на партнерке большие деньги, если я был бы распиздяем непостоянным? Как вы думаете? Если бы я ни хрена не следовал принципам, если бы у меня не было дисциплины, если бы я по 10 часов не сидел за компом ежедневно, как вы думаете, повезло бы мне? Нет, не повезло. Вам повезет, вам будет вести в жизни, если вы будете ежедневно работать над своей мечтой. Что здесь, блин, непонятного? Я раскрываю вам самый главный секрет вашей жизни. Если вы будете сутками работать над своей мечтой, успех неизбежен.
и тогда вам повезет. Давайте наведу вам простой пример. Смотрите, есть два человека, и они бросают мяч в корзину. Один человек делает 10 бросков, а второй человек делает 1000 бросков. Как вы думаете, кому повезет? Очевидно, да? И, конечно же, ему будет везти, он будет попадать больше, чем остальные. Почему? Да потому что у него просто было больше попыток, и все. Я даже могу переиграть чемпиона мира по баскетболу, чемпиона галактики, чемпиона вселенной по баскетболу. Представьте, соревнование. Нужно забросить мяч с центра поля. У чемпиона галактики по баскетболу 2 попытки, а у меня 1000 попыток. Кто победит? Я. Почему? Да у меня было просто больше попыток. Я делал, я бросал. Я на физкультуре с центра поля забрасывал. У меня было попыток 20. Но чемпион галактики с 2 попыток вряд ли забросит с центра. Понимаете, в чем прикол? Не важны лучшие знания. Не важны крутые навыки, да? Он же чемпион мира по баскетболу. Почему я его победил? Да потому что у меня было больше попыток. Все. Я ежедневно работал над своей мечтой, друзья. Вот вам весь секрет успеха. В одном видео один секрет успеха. Нет никакой магии, как сказал Арнольд Шварценеггер. Никакой магии не существует. Магия в том, чтобы ежедневно работать над своей мечтой. Все, точка. Ну и, друзья, не забываем о ценности. Чтобы заработать огромные деньги, чтобы стать миллионером, миллиардером, нужно нести огромную ценность. Вот и все. Ваш продукт должны покупать все, если вы продаете продукт. О вашем продукте должны знать все, чтобы разбогатеть. Если вы продаете себя, если вы там певец, видеоблогер, а вас должны тоже узнать все. Вот почему я работаю над личным брендом. Чем больше людей знает какого-то исполнителя, тем больше денег он зарабатывает. Чем больше людей знает какого-то там футболиста, тем больше денег он зарабатывает, потому что ему предлагают рекламу различные бренды. Ну все же так очевидно, нужна ценность. И везде можно зарабатывать огромные деньги. И поэтому я буду говорить об общих принципах, о базовых принципах, которым следуют все богатые люди в мире. Понимаете? Каждому, ребята, свое. Мне недавно написал чувак, он фотограф, и он говорит: я занимаюсь любимым делом, но я не могу заработать огромные деньги. На фотках нельзя заработать огромные деньги. Можно! Я его спрашиваю: а сколько подписчиков у тебя в Инстаграме, если ты фотограф? Он говорит: 260. О каких деньгах может больших идти речь? 260 подписчиков. Если ты фотограф, ты продаешь себя, ты продаешь свой труд, у тебя должно быть 500 000 подписчиков, 2 миллиона подписчиков. Вот тогда ты будешь миллионером, ты будешь много зарабатывать, потому что о твоей услуге узнают все, о твоих фотках узнают многие, у тебя будет много заказов. А потом ты создаешь свою компанию, набираешь туда фотографов, и ты еще больше зарабатываешь. Или тебя нанимают какие-то богатые ребята, которые летают на частных самолетах, заказывают у тебя фотосессию, летят с Москвы на Мальдивы, с Мальдив в Штаты. Ты летаешь на частном самолете, ты путешествуешь, ты кайфуешь от жизни и зарабатываешь огромные деньги. Я знаю в Инсте фотографов, которые летают на частных самолетах с клиентами, и они долларовые миллионеры. Он же обычный фотограф. Почему он долларовый миллионер? Потому что ценность огромная. О нем знают все. Он качает свой личный бренд. Поэтому я вкладываю в себя. Я развиваю свой личный бренд. Я работаю на репутацию, чтобы в будущем мне эта репутация приносила деньги. Как Флойд Мейвезер выходит на бой, и у него одна реклама стоит $1 000 000. Одна реклама, одна надпись на его шортах. По некоторым оценкам, до $9 000 000 может доходить цена. За одну надпись. Вы представляете, сколько человек работал над своей репутацией, чтобы выйти в шортах, на которых будет написано марка часов, чтобы они ему заплатили $9 000 000. Вы представляете? Вот почему он такой крутой. Это боксер, который ни разу не проиграл. О нем знают все люди в мире. У него там 20 миллионов подписчиков в Инстаграме. Конечно же, он будет миллиардером. Конечно же, он будет много зарабатывать денег. Не кажется ли вам это странным? Нет. Потому что у него огромная ценность. Его знают все. Как вы думаете, был бы богатым там Jay-Z или Eminem, если бы он читал строго у себя в квартире, о нем бы никто не знал? Как вы думаете, много бы он зарабатывал? Пусть он будет супер-мега талантлив, но если о нем никто не знает, он не будет зарабатывать деньги. Вот и все. Важна ценность. Поэтому, друзья, ищите ценность.
в своем деле и пользуйтесь базовыми принципами и применяйте эти принципы в своем деле. Моя задача – показать вам путь. А вы уже следуйте этим принципам, но в своем деле. Вам не обязательно становиться видеоблогером, как я. Вам не обязательно зарабатывать на партнерке. Вы должны заниматься тем, что вам ближе, понимаете? Если я сказал, что я буду в интернете, все, я пошел в интернет. Еще давно, еще в общаге. И я целыми сутками сидел, чтобы научиться зарабатывать. Поэтому я рассказываю базовые принципы. А куда их применить, решать вам, в какую сферу. Найдите себя. Да, это сложный путь. Нельзя вот так взять за час, найти свое любимое дело и косить большие деньги. Нет, нужно время, нужно десятки лет на это. Вот и все, вот вам базовый принцип успеха. Ну все так просто. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Думаю, видео получилось мега-супер полезным. Обязательно поделитесь этим видео с другом, который до сих пор не понимает, почему он не зарабатывает большие деньги. Так что, друзья, всегда будьте заряжены, мотивируйте себя сами и следуйте базовым принципам. Обо всех принципах вы сможете узнать у меня на канале. Я пользуюсь всем, я следую всем этим принципам, поэтому я добился успеха, именно поэтому. Это причина, понимаете? А вы уже говорите о следствии, вы уже говорите: о, тебе повезло, ты заработал много с партнерки, о, тебе повезло, ты вовремя вложился в биткоин. Ну почему другим не повезло? Почему другие не долларовые миллионеры? Много же таких, как я, на ютубе. Почему они так много не зарабатывают? Почему? Они тоже усердно работали, они тоже много зарабатывают. Но я еще больше зарабатываю, потому что я еще усерднее работаю над собой. Ну что, подписывайтесь на мой основной канал InStarting, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на остальные мои каналы, все ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там будет много пользы, много мотивации. Там все посты будут теперь полезными. Каждый пост будет полезным. Ну что, друзья, все просто. Просто нужно жить этим, нужно следовать этим принципам. Я тысячу раз это повторяю. Всем удачи, всем успеха. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем пока.